Всем привет, с вами снова Нагваль, и сегодня мы рассмотрим нового питомца Субмарина. Итак, я собрал наконец 250 дельфийских звезд, и теперь покупаем чертеж. Так, красно-белый купить нельзя, можно купить только синий. Покупаем. Так, готово, вот у нас уже есть чертеж, и теперь идем его крафтить. Итак, берем все необходимые ресурсы для крафта. Так, нет, эту штучку крафтить уже не надо, я ее уже сделал раньше. Так, идем к верстаку. Так, ищем в поиске, где наша субмарина. Вот, так, не хватает трансмиссии, делаем трансмиссию. Вроде как возле верстака стою, но почему-то она не крафтится. Так. Вот она, делаем трансмиссию. Готово, теперь делаем субмарину. Готово, вот она наша субмаринка синяя. Скорость 6.0. Ага. Так, здесь призвать нельзя, идем к морю. Так, вот такой у нас красивый вид выдался. Идем к воде и призываем нашего питомца. Так, вызывается свистом, как и обычный питомец, по сути. Так, куда-то он улетел. Дубль 2. Призываем. Вот он. Шевелится даже, бегает. И плавает за нами. Так, ну скиллы чуть попозже рассмотрим. Ячейки для снаряжения 3. Базовая скорость 6.0. ХП 20 000. Неплохо. Так, сядем и немножечко поплаваем. Как он плавает вообще? Так, ну и тут обратите внимание, что когда вы плывете под водой, скорость плавания снижается и становится 5 метров в секунду. Когда вы плывете над водой, скорость плавания 6 метров в секунду. Непонятно, зачем это сделали, но что есть, то есть. Теперь рассмотрим скиллы. Так, первый скилл у нас разведка. Отображает на карте корабли и верфи, находящиеся в радиусе 100 метров. Податчик кислорода позволяет сделать глоток воздуха, если вы находитесь под водой. Выстрел из воздухомета позволяет сделать выстрел, который наносит цель урона и отбрасывает ее назад. Ну, я думаю, абсолютно бесполезный скилл. Так, дальше реактивное ускорение повышает скорость передвижения. И пуск торпед, я думаю, самый интересный скилл. Так как написано, что он наносит существенный урон другим судам. Ну, я думаю, тому же тримаран он будет сносить как минимум пол хп. Так, ну а теперь рассмотрим снаряжение. Оно крафтится в инженерном деле на вкладке «Корабельный груз». Первый у нас гидролокатор. Он занимает ячейку «Шлем», позволяет активировать умение «Радар», и вот такие вот ресурсы сюда уходят. Ну, на мой взгляд, абсолютно бесполезный скилл этот «Разведка», так как проще повернуть камерой по кругу и посмотреть, нет ли там вражеских судов. Так как 100 метров это пределы прямой видимости. Далее кислородный баллон занимает ячейку седла. Вот такие вот ресурсы сюда уходят. Дальше у нас реактивный двигатель занимает ячейку обувь. Ну, крафтится тут попроще вроде как. Так, воздухомет занимает ячейку шлем. Позолоченные стерни. Ух, ёшкин. Дальше торпедный аппарат занимает ячейку седло. Вот такие вот ресурсы сюда идут. Этот мы, наверное, скрафтим в первую очередь, чтобы его протестировать. Так, хвостовой механизм. Вот такая вот синяя штучка повышает скорость передвижения на 5%. Крафтится из такого количества ресурсов, но непонятно где достать сломанный хвостовой плавник. Но можно купить уже готовый в шопе за 130 рублей. Абсолютно такой же плавник.
Вот, далее есть какой-то мощный хвостовой механизм. Для него нужен сломанный хвостовой плавник и молоточки. Ну и улучшенный состоит из вот этого шоповского и вот этого зеленого плавничка. Соединяем два вместе, получаем улучшенный, который повышает скорость аж на 10%. И если у вас в группе еще два таких питомца, то скорость передвижения повышается еще дополнительно на 10%. Так, теперь идем крафтить снаряжение. Ну, у меня инженерное дело не прокачано, там нужно 25 тысяч для крафта, поэтому пришлось воспользоваться чужими услугами. За что большое спасибо вот этому игроку с ником Биз. Итак, все готово, забираем наше снаряжение и идем тестировать его в деле. Так, одеваем торпедный парад, одеваем ускоритель, посмотрим, что он из себя представляет. Видим ускорялочку, песенку барда, и скорость у нас выходит 9,9-10 метров в секунду. Ну, в принципе, довольно неплохо, примерно скорость тримарана непроточного. Так, теперь потестируем урон с торпед. Ну, к сожалению, наверное, для многих атаковать союзные корабли даже в ПК-режиме, в режиме войны не получается. Пишет недопустимая цель. Ну, не расстраивайтесь, все намного хуже, чем вам кажется. И далее вы поймете почему. Так, ну что ж, на своих кораблях протестировать не получилось, пойдем потестируем, наверное, на мобах. Ну и как вы видите, мобов атакуют вполне хорошо, но урон, по-моему, вообще никакой не проходит. 200 снес, 246. Да, очень печально. Ну, наверное, у них какая-то особенная защита от осадного урона. И попробуем мы потопить летучего хорнийца. Так, атакуем торпедами. Урон вроде какой-то проходит. 389, 365. О, очень печально. Я рассчитывал, конечно же, ну хотя бы по 5000 он дамажить будет. Но 300 урона — это как-то совсем несерьезно. Так, потопить хорниц не получилось, придется искать в другом месте. Ну, возможно, в ПВП урон будет побольше. Итак, у нас тут попался какой-то паковоз с паком, и попробуем его убить торпедами. Атакуем торпедами и непонятно, что происходит. То ли промахивается, то ли не наносит никакого урона. Ага, 198 снес, нифига себе, вот это дамаг. 398, нифига себе, 223 урона, просто жесть, охренеть, ну просто гроза морей. Ну и как вы видите, всего за два залпа я снес половину хп вражескому галеону, и целый рейд врагов вынужден спасаться бегством в мирной зоне. Ладно, шучу я, галеон уже был побит. К сожалению, все оказалось намного хуже. Эти торпеды вражеским судам не наносят абсолютно никакого урона. Но зато я нашел другое применение данному питомцу. На этом питомце очень хорошо убегать от врагов. Враги так не могли меня догнать ни на дельфине, ни в плавь, но меня догнали жуки-плавунцы. Ну что ж, подведем небольшой итог, и как вы видите, этот питомец оказался не настолько крут, как мы ожидали.
И все, что он может, это разве что быстро убегать, либо кого-нибудь догонять. Потопить вражеское судно, к сожалению, не получится. И фразу в описании умения «наносит существенный урон другим судам» нужно было бы взять в кавычки. Вот. Ну а сейчас, наверное, рассмотрим, какой же шмот этому питомцу лучше всего будет использовать. Так, где тут у нас наш шмот? Вот. Итак, гидролокатор позволяет применять умение, вот это вот отображает вражеские суда и верфи в радиусе 100 метров от меня. Ну, 100 метров это, конечно же, сейчас даже проверим, сколько это 100 метров. Отплывем от NPC на 100 метров. Вот. Ну, я думаю, это абсолютно бессмысленный скилл. На таком расстоянии, я думаю, можно просто так вот покрутить камеры и увидеть вражеские суда. Вот, так, дальше что у нас? Кислородный баллон. Ну, этот кислородный баллон позволяет, находясь под водой, сделать один глоток воздуха. Откат у него сколько там? 10 секунд. То есть вот эту шкалу он просто пополняет заново, и все. Так, дальше. Реактивный двигатель, но это то, что у меня сейчас стоит, позволяет использовать вот эту вот ускорялочку. Он занимает ячейку обуви, то есть вот здесь, но думаю его делать бессмысленно, так как лучше всего будет сделать вот этот вот хвостовой механизм. Он будет намного более профитным, чем вот эта вот штучка. Так как он добавляет скорость плавания плюс 10% на постоянке, ну если рядом находится еще два таких питомца, то ваша скорость повысится еще на 10%. Ну и торпедный аппарат занимает ячейку пояса. Что у нас еще занимает ячейку пояса? Кислородный баллон. То есть придется выбирать, либо вы ставите кислородный баллон, либо вы ставите торпедный аппарат. Ну, от кислородного баллона пользы как бы не очень много. Я думаю, лучше всего будет использовать торпедный аппарат. Ну, естественно, потопить вы никого не сможете, но зато можете ввести вражеское судно в режим боя, и он не сможет его отозвать. Правда, если это шхуна с паками, то в принципе он в любом случае не сможет ее отозвать. Но если это какой-нибудь тримаран, либо галеон, то вы можете воспрепятствовать отзыву этого транспорта. Ну и в принципе в этом вся его польза, этого торпедного аппарата. Так, что у нас дальше? Так, это мы рассмотрели, бессмысленная штука, тоже бессмысленная штука. Первые три можно не смотреть. Воздухомет. Воздухомет занимает верхнюю ячейку, ну и так как она у нас единственная осталась, то можно в принципе взять, чтобы повысить здоровье питомца еще на 1500. То есть сейчас у него, видите, 24000, плюс еще 1500, это будет 25740. В принципе неплохо, будет очень живучий питомец. Так, ну и выстрел из воздухомета, он отталкивает противника в радиусе 7 метров. Ну, насколько далеко он отталкивает, конечно же. Ну, я думал, он такой же бесполезный, как и эти торпеды. Так что, в принципе, что-то супер крутого от этого ждать не стоит. Ну и вот, в принципе, рассмотрели все самые необходимые предметы экипировки. Это улучшенный хвостовой механизм, торпедный аппарат и воздухомет. Вот. Все остальное, в принципе, абсолютно бессмысленно. Что ж, пожалуй, на этом все. Спасибо за просмотр. С вами был Нагваль. Всем пока.